Опа! Всем привет, дорогие друзья, с вами Тёмыч, и эта игра не пытается оскорбить авторов данного мультфильма. Если вы не играли в Lunatic X, то обязательно после этой игры скачайте и поиграйте. Приятной игры вам. Ну, почему именно Lunatic X? Просто как бы, ну, это как бы отдельный уже мультик, ну, короче, неважно. В общем, игра называется Смешарики Экзе. Я, по-моему, еще не играл в Смешарики Экзе и не выкладывал на свой канал, поэтому это, скорее всего, первая игра, ну, если я не ошибаюсь. В общем, давайте посмотрим. Смешарики Экзе Full Version. Играть выбор глав. Так, ну это коллективный, естественно, конечно же, выход из ада. Ну, выход из ада, наверное, просто выйти из игры. Вот, поэтому... Ну, давайте играть. Крош и Ёжик шли к пляжу, хотели провести время с отдыхом. Понятно. Погода была жаркой, поэтому можно было позагорать на солнышке. Ну, в принципе, да. Как хорошо быть ребенком. Тебе не надо работать, просто отдыхаешь и играешь на природе, действительно. Или вообще сидишь дома. Но любой смешарик делает то, что он хочет. Да, это уж точно. Лежишь, отдыхаешь, ничего тебе не надо, просто кайф. Ну да. И тут пришел Кар-Карыч, и чё? А! Только я сейчас заметил, что у него... Ну да. О, привет, Кар-Карыч, что ты такой странный? Почему у тебя глаза красные? Смерть, 1-2, это как... Тут по-любому что-то зашифрованное. Ну, хотя, возможно, нет, просто так автор понажимал на клавиатуру. И все. Хотя кто узнает. Понятно, и уже бежим. Так, ну, зажимаю либо клавишу D, либо стрелочку вправо. И? Ой! Блин, почему? До этого же было вроде на мышку, а теперь на пробел нужно нажать. Ёжик умер. Так, ну, в принципе, да. А, подожди. А, мы вместе с этим, да? С Крошем, получается, одновременно идем. Ну ладно. Подожди. Что это за зеленое? Это типа касаться нельзя, да? Ну ладно, не буду касаться. Только почему? Что плохого в зеленом цвете? Почему его нельзя касаться, неизвестно. Не, ну в принципе не сложно. Вот, прыгаем и все. Он, в принципе, там еще далеко, да? Проверять, конечно, не буду. Вот. Блин, что так долго, кстати? Когда закончится этот платформер? Сколько мне так прыгать? Самое главное, чтобы сейчас я случайно не наткнулся на... Ой, тут уже опасно. На зеленый квадратик. Да сколько прыгать-то, ё-моё? Может, хватит? Можно остановиться? Ну, хотя, в принципе... Можно, но я хочу пройти это, короче. Да сколько? Не, ну, я, конечно, все понимаю, но, по-моему, это уже перебор, столько прыгать. И, наверное, автор сделал такую, ну, длинную карту, чтобы, типа, побольше сделать игру по времени. Опа, Лен, он уже подошел, ничего себе. Так, ускоряемся, все. Кстати, вот... Ай! Ё-моё! Тихо, аккуратно. О, ёжик, может с ним подерёмся? Ну, не знаю, это слишком жестоко. Так, пробел, да? Пробел? Естественно. Опять смерть, сдохните. Ок, давай убьем этого говнюка. Ну, в принципе, ой, нет. Ой, блин, ну только не это. Ой, сколько... Ой, мне тут сколько сидеть. Ну, зачем так много сделали? Ну, посмотрите, сколько. Даже... Не, можно было хотя бы там музыку какую-то вставить. Не, ну, мне тут сейчас реально еще долго придется сидеть, потому что... Ну, зачем так делать долго? Я, конечно, все понимаю, но можно было сделать... Здесь, допустим, 500, тут 1000. Ну куда 5000 столько? Ну ты чё, зачем? Автор, вот я же говорю, по-любому он хотел сделать, чтобы игра была длинной. Вот.
Но он ничего лучше не придумал, чем просто увеличить здесь цифры, тут, и сделать так, чтобы можно было долго эту игру проходить именно на том уровне. И то я не знаю, пройду его или нет, потому что что-то у меня пока что... А, он даже восстанавливает, вы понимаете? Так это нереально проходить, ты чё? Это проходить нереально, если он восстанавливает. Блин, ну, конечно, попытаться можно, но, блин, ну это столько сидеть здесь, ну нафиг. Допустим, вот давайте мы сейчас вот... Сколько у нас хилится? Ну, смысл? Смотрите, сколько он восстанавливает, как это проходить? Можно сейчас, в принципе, просто все время нажимать, и мы его не убьем, потому что, о, видите, у нас уже 1000, он сейчас нас добьет. Как это проходить? Не, мне просто интересно, сам автор-то проходил эту игру? Ну, то есть, проходил этот уровень или нет? Или он так сделал, и чисто наугад? Получится, не получится, уже игроку решать, а не автору. Ну, все, я проиграл, видите? Ну давайте в последний раз попробуем, просто буду нажимать, хотя я по-любому уверен, что не получится ничего. Вот, я восстановился, он тоже восстановился. Ой, блин. Ладно, посижу, в принципе, понажимаю на эту кнопку. Да, мне кажется, это сделать нереально, потому что он все время восстанавливается. Все время. Вот, восстановился и все, но нет, это нереально, нет, спасибо, я это долго проходить не буду, потому что, ну, короче, думаю, вы поняли, объяснять 100 раз, думаю, не надо, ну, вот, честно, давайте просто пробуем понажимать, вдруг у нас каким-то магическим образом получится его выиграть, потому что, ну, в этих экзиграх возможно все, что угодно. Вроде как бы думаю, что сейчас проиграешь, а оказалось, что нет. У меня уже такое было, кстати. В какой-то игре я уже хотел заканчивать серию, но внезапно я выиграл. В каком-то бою там с кем-то. И все. Ну тут нет, тут уже точно вариантов нету, потому что, посмотрите, вот... Ну нет, это невозможно. Ну, короче, ребят, давайте тогда, наверное, найду какую-нибудь другую игрушку, а то тоже маловато как-то, ну, 8 минут, не знаю. Ну, хотя, в принципе, нормально. В принципе. Потому что если сейчас другую игру какую-нибудь найду, то она может быть еще длиннее, чем вот эта. И серия может затянуться там на 30-20 минут. Поэтому, наверное, надо все-таки... А, подожди, так она уже заново началась. Ладно, короче, давайте заканчивать, думаю, потому что... Ну, короче, давайте просто закончим. Другую игру я искать не буду. Вот. И, в принципе, если вам понравилась эта игра, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте это видео. А с вами был Тёмыч, и всем удачи, и всем пока-пока.